Это моя рассада баклажанов. И у меня появилась проблема. Серебристые пятна на листьях. Это не атака паутинного клеща, так как нет паутинки между листьями. Это западный цветочный трипс. Второе его имя – трипс калифорнийский. Его длина не более 2 мм. Он поражает баклажаны, томаты, перцы, огурцы, землянику и много других овощных и декоративных растений. Трипс атакует листья, бутоны и плоды растений. Личинки и взрослые особи высасывают клеточный сок из ткани растений. Впоследствии растительные ткани в местах атаки отмирают, оставляя блестящие серебристо-белые пятна. Так растение реагирует на слюну трипса. На серебристых пятнах хорошо заметны черные точки. Это продукты жизнедеятельности трипсов. Это их характерный почерк. Трипсы прячутся в верхних слоях почвы, в пазухах листьев, в бутонах и цветках, а яйца откладываются прямо в ткани растений. Я провожу тщательную обработку растений и верхнего слоя грунта. Я применяю Актеллик или биопрепарат Фитоверм. Это наиболее безопасные для использования в домашних условиях системные инсектициды. Я повторяю обработку через 7 дней и снова радуюсь жизни. Если я помог и вашей рассаде, то напишите об этом в комментариях.